Дивон, видите, Мэтью Клюджан Сонс. Какая-то армянская фамилия. Продажи ковров. Что такое? Немножко пройдемся. Мы смотрим по магазинам. Садевон такая очень. Ну и такая она тоже идет с запада на восток. И вот там вдалеке вот такие домики. Видноводочный магазинчик. Такие вот Элли. Я по ним обычно на велосипеде люблю ездить. Элли. Я в эти магазины никогда не заходил, не захожу. В общем, тут у нас салон парикмахерский, аптека. А там вот, где пусты сейчас, там что будут строить, раньше там было похоронное бюро. Ну, его сейчас нет. Сломали домик. Ну, странно. Я его даже, кстати, не помню, снимал я его, не снимал. Вот такая шумная улица. Вот место. Это же наша улица, Гленвуд. Это тоже место, которое сдается. Но никто его не арендует. Жалко. Домик там был вроде красивый, домик был. Ну, то есть кому угодно, вот звоните, арендуйте это место. Не знаю, сколько месяц аренды. Открывайте свой бизнес. Вот, пустырь такой. Так-то вот так. Пройдем еще немножечко по улочке Дивон. У нас магазин секонд-хенда. Владелец магазина черный американец. Вот он написал, написано было еще в те времена, когда было это движение Black Lives Matter активно. Тут все что-то громили. Тут нас особо не громили. Ну вот на всякий случай надпись, чтобы стекла не разбили. И она с тех пор осталась. И тут тоже что-то начинают строить. Тут была стояночка. Ну и такая вот. Тоже, наверное, когда-нибудь исчезнет. Спасибо еще раз за внимание. Это был Федор Лапшинский.